Теперь запомните такой лайфхак. Если вам нужно где-то, например, срочно записать видео, или у вас сейчас выход на сцену, а вам некогда делать всю гимнастику, все 10 минут гимнастики, 10 или 15, вы делаете такое упражнение. Оно быстро активизирует ваш речевой аппарат. Называется оно парус. Как оно делается? Вы берете язык, ставите его вот за зубами, у нас есть такие бугорочки, нащупаете внутри, во рту, они называются альвеолы. Дальше у нас идет твердое небо и мягкое небо. Вот если вы языком пощупаете внутри, вы нащупаете твердое небо дальше, а дальше мягкое небо. Так вот, язык надо поставить за альвеолами, за вот этими бугорочками, и вот так натянуть, как парус, вот так. И расслабить. Как это будет приблизительно выглядеть? Вы открываете рот, ставите язык как парус, и как будто бы парус от ветра надувается и вот так натягивается. Это активизирует огромное количество мышц на лице, и у вас очень быстро разминается речевой аппарат. То есть если надо быстро включить рот, делайте это упражнение.